Руководство Кировской области подписало соглашение с Союзом женщин России. Власти обязуются поддерживать общественную организацию, в частности, инициативы общественников по поддержке Института семьи. Документ подписали в рамках церемонии награждения победительниц ежегодного конкурса «Женщины года». Кто удостоился этого звания по итогам 2020-го, расскажет Дмитрий Жидарчук. В 17-й раз в Кировской области прошла церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года». В этом году за это звание боролись более 160 номинантов. Лауреатами и победительницами стали 65 женщин. Все принимают активное участие в общественной жизни. Среди победительниц – педагоги, библиотекари, работники культуры, волонтеры, есть и представительницы центров местной активности. Мы оцениваем вот такой трехсторонний успех женщины. Мы хотим этим конкурсом подчеркнуть многозадачность женщины, что она успевает все и может все. И у нас это получается. Каждый год число работ растет. Конечно, замечательные все наши участницы. И очень трудно оценивать, бывают работы, победы достойны все. Но конкурс есть конкурс. Победительниц конкурса выбирали по нескольким номинациям: служение людям, достижение воспитания детей, доброе сердце, успех в сфере культуры, возрождение духовности и так далее. Важно, отмечают организаторы конкурса, что активные кировчанки преуспели не только в своей профессии, в общественной жизни, но и в семье. Среди победительниц конкурса «Женщина года» есть и многодетные мамы. Победительниц поздравил спикер законодательного собрания Кировской области Геннадий Коновалов. Сегодня сложно представить какую-либо сферу жизнедеятельности общества нашего, где бы ни трудились вы, где бы вы не были равнодушны к тем проблемам, вопросам, которые стоят перед нашим регионом, страной. Женщина-врач, учитель, воспитатель, ученый, руководитель. Практически во всех сферах вы добиваетесь успеха и в то же время являетесь мамами, являетесь родительницами очага, что очень важно для воспитания молодого поколения. Председатель законодательного собрания вручил почетные грамоты Союза женщин России четырем активисткам общественной организации из Подосиновского, Кикнурского, Пижанского и Налинского районов. Кстати, популярность конкурса «Женщина года» в последние годы только растет, говорят организаторы. А за все время существования конкурса его участницами стали уже более 3000 женщин из разных районов Кировской области.